Здравствуйте! Сегодня я получила посылку из Садового мира. И сейчас будем смотреть, что же мне пришло. Получить удалось со второго раза. Первую мою посылку я заказала ее Яндекс.Доставкой. 2 апреля мне пришло уведомление, смс о том, что посылка отправлена. И прибудет в пункт выдачи 5 числа. Затем, даже не знаю, как лучше открыть, что снизу. Затем, в общем, 5 вечера мне пришло смс, что прибудет 6. 6, что прибудет 7. А 7 заказ просто закрылся. И все. Я сразу же связалась с Садовым миром. Они начали разбираться. И, представляете, оказалось, что вот посылка 7 числа все-таки пришла на пункт выдачи. И вместо того, чтобы вот мне пришло оповещение, что можно ее забирать, они взяли и отправили ее обратно получателю. В Твери, по-моему. В Твери они находятся. Так, ну, в общем, мы договорились с менеджером, что она присылает мне новую посылку, не с теми растениями, которые, конечно же, я думаю, три дороги ко мне и обратно еще раз ко мне, но, скорее всего, не очень бы пережили. Тем более, что там есть зеленолиственные растения, 4 кейхерки должно быть. И я думаю, что они бы не очень хорошо пережили такую дорогу. Так, мне сразу в глаза бросился можжевельник. Так, видно. Вот. Ну, немножко тут подсушен. Но в целом вроде бы живой. Это вариегатный можжевельник. Называется Андора. А, Андора вариегатный, да. Вот такой в горшочке с землей. Это уже мой второй можжевельник. Первый у меня заказан скальный Мунглоу. Уже года 3 или 4 на участке растет. Но растет очень медленно. И вот я в этом году решила заказать ему еще вот такого друга. Но на картинке была более выраженная вариегатность. Надеюсь, что на солнышке она больше проявится. Так, следующее. Что-то тут палочка с почками. Форзиция мини-голд промежуточная. Это такой красивый кустарник. Он рано весной цветет желтыми цветочками. У нас их очень много в нашем жилом комплексе посажено. А это вот миниатюрный сорт у меня, потому что очень тоже хотелось его на дачу к себе. Так, дальше. Гортензия древовидная Аннабель. Палка полностью сухая. И даже вот немножко здесь, если видно, белая такая плесень. Но из земли идет новый росток. Надеюсь, что все-таки выживет. А так полностью. Она даже пустая, если видно. Сейчас попробую фокус поймать. Да, такая пустая сухая палка плесневелая, но с росточком из земли. Дальше еще одна веточка. Я бы даже сказала, еще одна сухая веточка. Бузина Black Lace черная. Ну, она, во-первых, поломана, видите, а во-вторых, реально сухая. И я даже не вижу на ней почек набухших. Да, конечно, под вопросом растения. Потому что вот, например, у форзиции почки-то очень хорошо видно. Сейчас фокус.
Вот что они уже прям набухли, проплюнулись. Вот, к сожалению, в каждой посылке есть какой-то такой косячок, но мне всегда возвращают за него деньги. Ну, посмотрим, посадим, может, ничего. Так. Да что ж такое? Еще одна полностью сухая палка. Багряник европейский. Друзья, ну прям, она вообще, она настолько сухая. Почему? Ой. Ну, в общем, это тоже такой кустарник. Должен быть. Ну, не знаю. Сухая палочка. Ладно. А вот здесь вот что-то тоже пободрее. А, ну потому что это роза. Это роза чайник гибридная Super Green. У нее такие яркие салатовые цветочки. Такого оттенка розы у меня нету. И мне вот очень ее хотелось. Ну, роза приличная. Тут вот видны такие уже почки набухшие, роза живая. Еще одну розу давайте тогда сразу тоже достанем. Роза миниатюрная Симсалабим. У тебя вроде миниатюрная, а та нет, но вот эта миниатюрная, она выглядит куда больше, лучше и толще, чем обычные, видите? Может, они наклейки перепутали? Не знаю. Но я бы наоборот сказала, да? Что вот это обычное, а это миниатюрное. Тоже поставим к стеночке. Так. Здесь гладиолусы. 5 штук. Зизен или зизен. Не знаю, как правильно. Ну, луковички такого. 4 штуки среднего размера, а одна очень маленькая. Прям очень. Ну, будем сажать. Очень красивые, судя по фотографии, гладиолусы. Бело-красные. У меня таких тоже нет. Так, и гейхера. Я, честно говоря, думала, что она придет в горшочке. Ну вот. Давайте я достану это. Все, осталось гейхера. И коробку уберу. А, в прошлый раз я тоже заказывала. И они были упакованы вот... Ну, вот в такие же, как можжевельник, вот в таких горшочках. А тут как-то, я не знаю, даже. Так, видно, если выкрылась? Да. Пока похоже на мешочек с землей. Давайте посмотрим. Я взяла White Cloud. А, я не очень понимаю. Это вот это что ли? Ну, тут такой, не знаю даже. Сначала показалось, что такая деревяшка в земле, знаете, иногда в грунте попадается. Какой-то кусочек деревяшки и корни. И ни ростков, ничего. Я не знаю, я никогда в таком виде не получала гейхеры. Может быть, так и должно быть. Давайте ради интереса откроем еще одну. Вот здесь гораздо все лучше. Посмотрите.
Здесь так вот много корней. И сейчас поближе покажу. Уже росточки пошли. А вот там, похоже, просто опять такое сухое. Ладно. Давайте все раскрываем. Интересно. По сортам, значит, первая была White Cloud. Вот это с росточками. Marvelous Marble. Ой, вот я в прошлом году уже сказала, купила две штуки. Мне очень они понравились. И такие очень пестрые и яркие. И я решила вот еще две заказать. Такие были на сайте. Так, ну здесь тоже с росточками. Ой, посмотрите, здесь очень хорошие корни. Такие прям. И последнее. Пелос Пепл. Пепл, наверное. Пепл. Так, а здесь? Здесь тоже без ростков. А, нет, есть два маленьких. Есть все. И здесь хороший корень. В общем, которую я первую открыла, получается, была такая... Самое неудачное, что ли. Ну, хоть одна из четырех. Ладно, посадим, посмотрим. Ну, вот такая вот посылка. Ну, что сказать. Ну, в целом, как обычно. Что-то ничего. Что-то вот сухие палочки. Которые, не знаю, это прям вообще... И, конечно, гейхера в таком необычном виде. Я, правда, думала, что она в горшке идет. Сейчас я открою на сайте. У меня тут стоит ноутбук. Мне просто даже интересно. Да, пакет с субстратом. Я, видимо, не увидела. Ну, пакет так пакет. Вот такое у меня пополнение садовых растений. Послезавтра я думаю, что я их уже отвезу на дачу и буду сажать в своем огороде. Спасибо, что посмотрели это видео, и до новых встреч!